На территории шахматного клуба баскетбольного центра «Химки» прошел рейтинговый турнир по шахматам «Золотая осень-2023» с нормой выполнения разрядов. В соревновании приняли участие более 30 юных шахматистов. Мероприятие провели в рамках партийного проекта «Единой России. Детский спорт». В течение года в этом клубе проходит очень много мероприятий. Мы приглашаем и из других городов шахматные клубы. Спасибо руководителям этого клуба, спасибо тренерам, что они ведут именно такую активную работу. Мероприятия, соревнования и товарищеские встречи проводят регулярно. Игра в шахматы позволяет детям общаться и с пользой проводить время с другими ребятами, а также развивать фантазию, самодисциплину и умение предугадывать последствия своих действий. Развитию этого вида спорта в Химках и Подмосковье в целом уделяют большое внимание. Секции и спортивные клубы планируют расширять во всех общеобразовательных учреждениях региона. Александр Сергеев, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.